Здорово, братва мужская и женская. Новый год близится. А что это значит? А то, что нужно подвести его итоги. И не только. А под «не только» я понимаю, что окромя вручения званий персонажам, особо отличившимся, мы еще и крайне актуальные темы затронем. А именно, сегодня мы узнаем, кто получит звание музыканта года по версии канала InWork, звание самой смешной и тупой пирамиды этого года. Также у нас будет приз зрительских симпатий за мошенника года, который очень хотел, но у него не получилось. Наградим разоблачителя года. Ну еще будет экстра место за подсоса этого года. Ну а чё, мой канал, какие хочу, такие придумываю номинации. Ну что, чуешь, что не... Говной воняет. А годный контент подъехал, поэтому я не сомневаюсь, что вкусняшки у тебя уже заготовлены. Ну чтоб приятнее смотрелось. И мы начинаем. Нежданчик, да? Вы, небось, вот этого персонажа рассчитывали увидеть в номинации «Музыкант года». Ну давайте по факту. Вот сколько альбомов у Моргенштерна? Яндекс говорит 3, а у Чипинкоса их более 50 и более 1000 рэп-треков. Да что тут далеко ходить, он даже в сам iTunes звонил и предъявлял им за то, что, ребят, блин, а где мой золотой диск? Мне вообще, в принципе-то, и платиновый полагается. Я должен получить... золотой диск, не говоря уже о платиновом диске. Я позвонил в iTunes. What's up, iTunes? Where is my награда? Пошел нахуй! Не затащил. iTunes меня послал на... Но даже такое недоразумение не смогло сломить легенду, и он сделал его сам. Да, конечно, получилось не так нарядно, да и если по чесноку моя 11-летняя сестра сделала бы лучше. Но это лишь все показывает непоколебимый дух легенды, и то, что он не плывет по течению, а сам создает это течение и тренды. Но не только количеством Чипинкос бьет Моргенштерна. Вот у Моргенштерна есть своя игра? Нет. А у легенды есть. Конечно, моя 11-летняя сестра все же сделала бы и это лучше. Но мы помним, легенда не плывет по течению. Контркультура. Моргенштерн, лошара, а где твой комикс? Что? Нет его, да? А у легенды есть целый сборник с его приключениями в Асашай. И судя по этим документальным работам, Чипинкос очень опасный парень. Приключения рэперов в США. Дядю снова повязали. Твой дружок избил мужика. Бро, они думают, что ты избил мужика, но они не знают, что он сукин сын. Fuck the police. Бро, спасибо, что вытащил меня отсюда. Надо валить. Ну согласитесь же, впечатляет. А я только начал перечислять регалии легенды. Я не знаю, сколько выпустил клипов Моргенштерн, но у Чипинкоса их более 700. Давайте хоть один послушаем. На свай в кармашке моем, он лежит там ночью и днем. Он любит настроение поднимать и о выгоде не забывать. Согласись, он уже у тебя в голове. Ближайшие 3 дня только и будешь что его напевать. Да, возможно, поначалу тебе кажется, на свай, что за херня? Но потом ты себя ловишь на мысли, а может быть мне переслушать это дерьмо? На свай в кармашке моем, он лежит там ночью и днем. Он любит настроение поднимать и о выгоде не забывать. И вот к чему я пришел. Чипинкос как кофе без сахара, как сухое вино, как сигареты, как анальный секс. Поначалу больно, невкусно, возможно, даже немного течет кровь, но потом все равно хочется это повторить. На свай в кармашке моем. И именно поэтому Чипинкос не просто и не только музыкант года, он сверхгалактический музыкант тысячелетия. И подстилка Кремленштерн даже не стоит его авторской футболки с всемайки.ру. Она? Да, это офигенная майка. А, так это с майки.ру. Все майки.ру ты покупаешь баллон. Логотип мой там стоит. Значит, это моя майка. Нет, не твоя майка. И перед тем, как мы поговорим про самую тупую и смешную пирамиду этого года, давайте переведем дух и посмотрим самую мою интересную, пожалуй, рекламу в этом году. Реклама. Братан, давно искал минималистичный, эргономичный и очень красивый рюкзак, так еще и максимально защищенный от краж? Ну так я нашел такой рюкзак для тебя. И это рюкзак XD Design Bobby. Он очень легкий, удобный и классно смотрится на спине. В нем продумано абсолютно все. У тебя всегда в свободном доступе проездной, кредитки, ключи от дома или подъезда. И они спереди. Шанса выкрасть у грабителей их нет. Также спереди в безопасности можно спрятать деньги или документы. В рюкзаке даже есть возможность зарядки телефона. Как тебе такое, Илон Маск? Рюкзаки XD Design очень продуманы изнутри. Есть куча удобных ниш и карманов, в которых комфортно будет чувствовать себя любой ноутбук и съемочная техника. А поскольку внутреннее пространство трансформируется, там поместится все, что угодно, так еще и будет в безопасности. А еще вдобавок этот
этот рюкзак полностью из переработанных материалов. Тюлени теперь могут спать спокойно. И при покупке рюкзака ты получишь козырную маску в подарок. Ты только посмотри, как она упакована, не хуже айфона. И она имеет 5 сменных фильтров, что не позволит вирусу добраться до тебя. И ты можешь выбрать цвет маски на свое усмотрение. А по моему промокоду InWork ты получишь 20% скидку на любой рюкзак XD Design. А еще получишь маску в подарок. Все ссылочки по традиции в описании. Рюкзак пушка, смело, братан, рекомендую. Реклама окончена. Братва, речь сейчас пойдет не о пирамиде Гафарова, как многие могли бы подумать. Это немного чуть более личная история. Мне тут давеча пишет один манагер по рекламе. Добрый день, меня зовут Слава, я рекламный менеджер компании Anix. Интересна стоимость вашей интеграции и прирола на вашем YouTube-канале. Нужна ваша статистика канала CA. Если мы заинтересовали вас, то, пожалуйста, ответьте как можно быстрее. Я вам вышлю данные и вышлю ТЗ. Я сначала подумал, что ты просто какой-то манагер рекламного агентства. Тем более Google на подобный запрос показывал рекламное агентство с похожим созвучным названием. Ну, я ему и ответил. Здравствуйте, я делаю один вид рекламы, судя по хронометражу, это больше на интеграцию тянет. На данный момент рекламу я продаю, пусть это останется за скобками, но реклама букмекерам, каперам, пирамидам, кейсам и похожим структурам не продается, только легальные конторы. Мне кажется, я ему вполне четко, доходчиво объяснил, что какую-то говнину я рекламировать не буду, тем более он знает, что я разоблачитель, поэтому, скорее всего, если у него есть какой-то грешок за душой, ну, он попросту не вернется, но... Я никогда так не ошибался в своей жизни. Он возвращается через какое-то время с ссылкой на какой-то проект, при переходе по которой мы уже видим кучу звоночков, так как сайт прям орет «Я пирамида голимая». После слов на сайте о заработке, о калькуляторе доходности, я этому человечку отвечаю. Здравствуйте, я думал, у вас просто рекламное агентство. Я посмотрел, что вы предлагаете рекламировать, это калиброванная финансовая пирамида. Я подобные вещи не рекламирую себя на канале, извиняюсь за недопонимание. На что его наглость меня прям поразила. Данная платформа не является пирамидой. После этого меня немножечко бомбануло. Ну вот кому вы бороду приклеиваете? Я ни одну финансовую пирамиду разоблачил. Вы самое что ни на есть калиброванная пирамида. Я вам что, пограничник, который рекламирует говно, которое сам разоблачает? После окончания этого диалога мне стало прям обидно, что мне в лицо врут, что считают, что я настолько продажен и туп, что буду рекламировать пирамиду у себя на канале. И я тут подумал, пацаны хотели рекламу? Так я вам такую рекламу сделаю, что мало не покажется, что другие наебщики даже и не подумают после этого мне писать. Поэтому, пацаны, возвращаемся к ним на сайт. Если честно, такого кринжового сайта я давненько не видал. На главной мы сразу видим, в наш ультрамодный проинвестиционный ни капельки не наебательский проект уже проинвестировано 329 тысяч 44 рубля. Мы уже почти все обратно раздали инвесторам, коих 887. И весь этот фестиваль невиданной щедрости длился один день. InWork, ну понятно все, наверняка это какая-то пирамида голимая. Почему она самая смешная-то? А вы посмотрите, что они дальше пишут. Это наша четверка лучших инвесторов, которыми мы гордимся. Четверка? Серьезно? Вас ГУФ математики учил или Войтенко? Я, конечно, понимаю, что 3 это как 4, только на 1 поменьше, но у вас тут 3 лучших инвестора. И 2 из них не инвесторы, так как задонатили 0 рублей вам. А один, который лучший, с 44 рублями. Вообще имеет невозможную к существованию почту. И прости господи, как у вас вышло 329 тысяч рублей за сутки, когда лучший из ваших 4 донатеров, коих 3, задонатил 44 рубля, а все остальные по нулю. Ну ладно, может в графе вопрос-ответ мы получим ответы на наши вопросы, не зря же она так называется. Легально ли и официально ли работа проекта? Да, работа проекта легальна. Рабы, рабы, дешевые рабы. Девушка, вам случаем раб не нужен? А это разве законно? Да, конечно. На все 100. Ну, звучит правдоподобно. Завесьте мне тогда парочку. Откуда у вас появляются средства для выплаты прибыли по вкладам? Средства появляются из деятельности системы внутри своих механизмов. Господин Кидало, как ваша схема вообще устроена? Как я буду получать 1000000% годовых в секунду? Ну там, короче, всякие винтики, шпунтики, хуй мой на воротник. Короче, все очень хорошо получается. Я, бля, буду. Но вы мне очень подробно все объяснили. Мне нет причин вам не доверять. Где крестик поставить? Защищены ли мои данные, которые хранятся на сайте? Да, данные полностью защищены и не разглашаются третьим сторонам. А что, так можно было на вопросы отвечать? Я, если честно, тогда не удивлен, почему пацанам всего 44 рубля задонатили в их пирамиду. С таким сайтом им надо было к пограничнику идти. Он бы опять бы к гадалке своей сходил бы. Она бы ему рассказала, что их винтики и шпунтики все прекрасно работают и деньги приносят. Он бы и туда вложился. Я сходил к женщине, ну, у которой все расспрашивал. Она мне сказала, да,
он все ставит, у него все честно. Уже вложился! Это, пожалуй, одна из самых коротких номинаций на сегодня. Я Маслова в следующем, пожалуй, ролике куда более подробно раскрою. Но не могу же я не отдать должное такому смешному кидале, который кидал бедных наивных дам по принципу, ну вот предыдущей, пожалуй, пирамиды. Собственно, и как зарабатываю я сам? Как зарабатывают мои партнеры и как зарабатывает моя команда? Мой бизнес находится в Телеграме. Ничего кроме телефона не нужно мне. Я зарабатываю на том, что вкладываю деньги в рекламу. Который примерно так же доказывал состоятельность своего бизнеса. Это документы на гонконгскую компанию. За 2018 год мы заработали 729 тысяч долларов США. Здесь есть всякая херня, не могу вам показывать название, чтобы не хейтили потом. Есть всякие чеки, книжки. Мошенника, который был и бизнесменом. Ты не врешь? Да нет, у меня фото есть. Все, я не буду проверять, нормально. И инфо-цыганом со своим курсом пердел, духовным мотиватором. Беда – это слово «победа», только пока на ней нету приставки «по». Дамским капером. Папочки мои, родненькие, я вам ставочку кидаю, скрины мгновенно присылаем. Ну и просто мошенникам, собирающим деньги и потом кидающим вас в ЧС. И именно за совокупность схем и разнообразие в кидалове, ну еще немного за его baby face, я не понимаю, как вы этому человеку с таким лицом деньги скидывали. Вот именно поэтому Маслов и получает звание мошенника этого года. Я понимаю, что Стас личность очень противоречивая, многие его не любят, а многие наоборот слепо верят каждому его слову. Но я думаю, никто не будет спорить, что разоблачение, которое он выпускает, зачастую на голову выше конкурентов и вызывает недюжий резонанс. Именно он углядел в прогулках по паркам блогеров закономерность и политический заказ. Кому-то он приоткрыл глаза на наше второе место в категории «Музыкант года». Ну и в последнем своем разоблачении он в очередной раз приоткрыл нам глаза на наших с вами лидеров мнений. Я думаю, тут особых споров не будет, заслуженное место. Да, про Эльдарку давненько хотелось высказаться, но как-то обзор на него делать было всегда влом. А номинация очень даже. Эльдар — это самый наглядный оппортунист и человек, который будет вылизывать все дырки, которые только нужно для получения хоть какой-то выгоды для себя. Привет! Ты даже не посмотришь на меня? Мама, я в Москве, все нормально. Причем абсолютно не важно, обсирал ли ты их до этого или нет. При встрече нужно обязательно лизнуть, они ж популярные. Моргенштерн вообще пиздец. Просто самый непостоянный человек. Работать мы с ним точно никогда не будем. Пришли пацаны и поменяли правила игры, да, в том числе тот же Алишер. Я нахуй вертел эту идею, мне это очень не нравится. Мне не нравится идея вокруг материального. Модно власть не любить. Эльдарка будет хейтить и ненавидеть ее, и рассказывать проникновенные истории, как он на свои последние денежки на протест ездил. Я сижу за день до митинга на Сахарова, и меня трясет, меня бросает в слезы. Мы сидим в 17.03, мы выпиваем там ресторатор, который вместе с Оксимироном собираются на этот митинг, а я не могу, потому что у меня правда. Нет ни копейки денег на карте. А я очень хочу поехать на Сахаров. И кто-нибудь в эту историю правда поверил? Пару лет назад Джарахов уже был блогером-миллионником, а это от ляма в месяц. А зная алчность и жадность этого человека, ну там точно больше. И у тебя не было на электричку денег? Я говорю Рестору, Сань, можешь занять мне денег на билеты до Москвы туда и обратно? Он такой, я еду на последние. И это правда. Напомню вам, это у того самого ресторатора, у которого на тот момент его Versus Battle был на пике. И он себе тачки по 5-10 мультов покупал. Он тоже на последние 5000 ехал? Такой, я еду на последние. И это правда. Я звоню Поперечному, который там выступал. Говорю, Дань, дай мне просто денег, на самолет туда-обратно. Что это, 5000 рублей? Он такой, бро, клянусь, еду на последний. Чего, блядь? Ильдар, это тот самый стендап-комик, который тоже на тот момент был блогером-миллионником и по всей стране колесил со своими стендап-турами, и он тоже на последние 5000 поехал. Ты понимаешь, что наши подписчики сейчас вообще не поверят в эту историю? Да похуй. Ильдар, тут либо у тебя такие друзья, которые тебе даже в долг не хотят давать и вообще с тобой связываться, а ты тупица и им веришь. Ну или что, скорее всего, ты просто пиздбол. Да похуй. Не, ну ладно, допустим, у миллионеров нет денег на электричку, и они бастуют на последнее против власти. Только вот зачем тогда ты
Ильдарка, с этой плохой властью сотрудничаешь? Куплю квартиру, наконец. Зачем ты дружишь с людьми, которые эту власть рекламируют регулярно? Может, все потому, что тебе просто насрать? И ты крыса беспринципиальная, которая только больше сыра хапануть хочет? Да похуй. Куплю квартиру, наконец. И вот такие люди больше всего раздражают, которые хотят и рыбку, и посидеть комфортно. И нашим, и вашим. Если уж так хочешь, тупо денег, и неважно откуда, так и говори, и претензий тебе тогда не будет. Ну нет, Эльдар хочет все и сразу. Ну так не бывает, малыш. Нельзя быть хорошим для всех. И вот именно поэтому Эльдар забирает непочетную награду подсоса года. Да похуй, куплю квартиру наконец. Ну у меня на этом награды кончились. Я попрошу у тебя только твой царский коммент, лайк, репост, обязательно репост. Подпишись на канал, ну и все, давай, до скорого.